штрафы за нарушение правил эксплуатации печи. В Рогачеве погибла пенсионерка. Загорелась кровать, на которой спала 92-летняя женщина. ЧП произошло после полудня. Пострадавшую вынесли на свежий воздух спасатели. Пенсионерка получила ожоги и находилась без сознания. Впоследствии медики констатировали смерть. Пожар был потушен до прибытия подразделений МЧС. Спасатели просят граждан следить за жизнью и бытом своих престарелых родственников.